Так, попробую снять на видео, значит, насколько яги усиливают сигнал. Дрон ФЦЦ, напомню. Значит, вот мы там видим цифры. Ну, что-то около 7, 6 там, да? 6, 7. Вот. Здесь расстояние между пультом и приемником, значит, ну, где-то сантиметров, наверное, 30. Вот, берем яги с Алиэкспресса и надеваем, значит, на середину примерно всей этой истории. Видно, насколько сигнал увеличился, да? 27 стал, 29 прыгает. Попробуем еще раз. Значит, снимаем. Снова 5. Ну, там 7. Кстати, еще сейчас попробуем разную высоту. Значит, поставим на кончик. Посмотрим, что будет. Наденем, в смысле. Видно, да? 17, 18. Там. Пустим пониже. 27, 30. 17, 19, 20. Примерно середина. 26, 27. Еще ниже. 21. Ну, то есть, середина, наверное, самый оптимальный вариант. Примерно вот здесь вот. 25. 26. 28 даже вот прыгает. Еще раз чуть повыше. 20. И вот еще дополнение, значит, по поводу направленности. Вот если яги смотрят прямо на дрон, то вот мощность сейчас там большая, там 20, 22, 25 там, и так далее, да? А если мы его поворачиваем, то мощность начинает падать. Вот, где-то градусов на 30-40, и уже мощность становится такой же, как будто нет у нас никаких яги. То есть вот 5-7. Вот, поворачиваем обратно и увеличивается. То есть нужно достаточно точно направлять на дрон. Вот. Кстати, по высоте, как видно, то же самое. Отклонили вверх, и все. И уже нет такого. То есть вот опускаем, мощность повышается. Вот. Ну, вниз то же самое, да, вот я пульт наклоняю. Имейте в виду.